Всем привет! Вас приветствует канал Алибаба Алидед. Наконец-то дед нашел свободное время, чтобы принять участие в распаковке. Сегодня мы распакуем три товара. Этот шел очень долго. Этих два бумажных пришли очень быстро. Так, начнем с того, что очень долго шло. Так. Здесь у нас упаковочка целлофановая, шуршунчик. Ай, что ж такое-то? Не хочет открываться. Блин. Ну. Так, здесь долгоиграющие, долгоидущие. Завернутые в какую-то уплотнительную пленочку коробочки. Это моя баба заказала коробочки для своих блестящих побрякушек и всяких этих колечек, сережек и прочих. Вот, в принципе, она вот так вот использует эти коробочки. Вот. Вот. Ну, так вот она складывает эти коробочки, свои драгоценности. Вот. Там злой Кощей на златом чахнет. Вот. Вот. Далее. Дальше. Это стоит у нас рубль 54, ну, в смысле евро 54. Вот. А это у нас штатив. А такой штатив мы один раз уже заказывали. Вот, прошло времени меньше года. Но заказали второй раз, потому что у этого штатива у нас произошла поломка в этом шарнире. Вот. То есть в этом шарнире немножко обломалось. Ну, как обломалось немножко, конкретно обломалось. А этот штатив очень удобен тем, что у него гнутся ножки. Его можно прикрепить к любому, любой поверхности, я не знаю, там на природе можно вокруг сука дерево обмотать для каких-то съемок. Ну, в общем, он очень-очень-очень удобен. Вот. А был такой же самый у нас штатив на телескопических ножках, примерно такого же размера, но тот оказался качеством гораздо хуже, чем вот этот вот штатив, да? Потому что телескопические ножки, они были без фиксатора, и они складывались сами по себе. Вот этот штатив мы сюда можно на этот винт накрутить как бы фотокамеру, или же можно поставить сюда вот закрепить держатель для телефонов мобильных. Вот. Так же самое делают какие-то там видеосъемки, там селфи, там, ну, что вам захочется, как вам надо, что взбредет. Вот. Вот он штатив, вот. Здесь шарнир у нас можно зафиксировать в любом положении при помощи этого винта. Вот. Сюда же можно вставить телефон и зажать. В принципе, ну, вещь очень удобная. И мы как бы второй раз заказали этот товар, потому что как бы евро 54 это не очень дорого. Ну, так, тут какой-то талончик пришел. Фигня. И третья съемка. Третья упаковочка у нас евро 88. Вот, что там? Я не знаю, там жена там что-то заказала. Так. Это непонятная
ерундовина. Так, что это может быть? Что это может быть? Так, надо будет ознакомиться с этим товаром. И я вам расскажу, что это такое. Ну, я разобрался с этой вещью. Это у нас аппарат, который занимается тем, что бреет какие-то волоса, волосяной покров. С, я не знаю, откуда вам хочется, оттуда и брейтесь. Вот. Батареечку пришлось ставить, здесь не было батареечки. Аппарат с подсветочкой. Как работает, сейчас попробуем. Так, фактически бреет, да. Ну, как побрел. Нормальный ход. В общем, аппарат работает однозначно. Вот. Ай. Он фактически аппарат забрил мою руку, да, так нормально-таки забрил. Ну, не как, скажем, опасной бритвой, да. Ну, брови можно брить, вот, если кому-то захочется. Вот, и там, не знаю, кому же там что хочется побрить, то это возможно. Как-то так. А здесь же есть на месте какая-то инструкция, бумажка. Вот я ее не читал. Хотя вот здесь вот показано у нас, что можно брить в носу, подбривать затылочек, на лице там подправить бороду, усы, ну, прическу подровнять где-то что-то как-то вот. Так, вот там инструкция на, как я понимаю, английском языке. Вот, и щеточка, и прочее. А, есть предупреждение о чем-то. Вот, я по-английски не понимаю, мне это не интересно. Ну вот, у нас было сегодня 3 товара. Ссылочки этих товаров будут отправлены в описании. После этого, когда вы посмотрите, напишите свои комментарии. Если что-то понравилось, ставите лайки. Если не понравилось, или есть какие-то замечания, обязательно напишите. Нам очень важно ваше мнение. На этом пока все. Пока-пока. Всем удачи, всем привет. Прощаюсь.